Итого, 14 мая, нынче у нас на дворе. Какой вообще-то дворе? На море. На море полный штиль. Ох, как давно такого штиля-то не было. Вдали вот берег, мыс Таран. Надеюсь, его видно, так как у меня солнце отсвечивает, и я, честно говоря, вижу только темный-темный экран. Вот это уже, как говорится, продолжение нашего самого западного берега России. Дальше что у нас? Море, да иностранщина, правильно, Татьяна Александровна? Да, а вот Татьяна Александровна уже стоя стоит, полавливает рыбку. Продолжение прошлого воскресенья. Продолжение прошлого субботы. Прошлой субботы, все правильно. Чего ты так? О, да. И вот такую хорошую погоду вновь нам предоставилось. Естественно, мы не захотели упускать такого случая и приехали вот на такое море. А здесь полный штиль. Как в луже. Да. Ну что ж, я заканчиваю свой короткий фильм этот. Потому что надо все-таки как-то рыбку поймать. Больно кушать хочется. О, что-то не хочет отключаться он, что ли. От такой хорошей погоды и даже не хочет отключаться. Ты посмотри.